Республиканский слет учеников школы имени Малика Габдуллина продлился с 10 по 13 мая. Всего в мероприятии приняли участие школьники из 5 областей страны – Жамбылской, Актюбинской, Акмолинской, Туркестанской и Алматинской. Это порядка 35 детей и 14 учителей. С 2016 года у нас действует инновационный проект «Жас Габдуллишиндер». С какой целью он был создан? Он был создан с целью, чтобы именно в школах, носящих имя Героя Советского Союза, академика Малика Габдуллина, организовать клубы юных габдуллинцев «Жас Габдуллишиндер». С целью, чтобы объединить эти школы между собой, чтобы наладить связи между этими школами, укрепить взаимоотношения детей с музеем нашим, который находится в городе Кокшетау. Также для учащихся была организована экскурсия в родные земли Малика Габдуллина. Школьники отмечают, что смогли окунуться в жизнь академика, посетив его родное село Койсалган. Из вот этих всех мероприятий мне, наверное, понравилось, как мы поехали на место рождения Малика Габдуллина в село Койсалган. Потому что там красивая природа, поднимались мы на гору, и там оттуда был красивый вид. Очень рада тому, что я вступила в этот клуб, не жалея о том, что я провожу время в этом и занимаюсь этим, так как это приносит мне большую пользу, я очень рада этому. И на днях мы отправились на экскурсию в Сунгар, на слет маликоведов. Мне очень понравилось, я испытала очень невероятные чувства, особенно гордость того, что я учусь, то, что я нахожусь в этом клубе, то, что я работаю. По итогам слета участники награждены благодарственными письмами и памятными подарками. По словам организаторов, мероприятие планируется сделать традиционным. Зарина Беккалиева, Павел Соловьев, Дидар Умерзак, Кокши Ахпарат.